на подходе к Олд Траффорд. Дороги забиты болельщиками. Нас сегодня с вами ожидает великолепный футбол. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Смотрим, как будут играть гости. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Уже на подходе к Олд Траффорд, дороги забиты болельщиками. Нас сегодня с вами ожидает великолепный футбол. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Смотрим, как будут играть гости. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Более 100 лет стадиону Олд Траффорд – это один из самых старых действующих стадионов в Англии. Но справедливости ради надо отметить, что несколько раз этот стадион все-таки реконструировали. В частности, к чемпионату Европы 96 года. Игра началась. Манчестер Юнайтед с мячом. Поль Погба. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Уотфорд атакует флангом, там есть где разбежаться. Дэрил Янг. И это шанс забить! И пробил! И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. И повтор гола нам показывает. До мяча дотянулся в этом моменте голкипер, но не хватило этого, чтобы спасти свою команду от гола. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Один ноль в нашей игре. Фред. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Дукуре.